сбоку. Местами вообще проржавевшие. Сейчас приехала на песчаный дикий берег. Как нам рассказывал экскурсовод, особенность анапского песка в том, что этот песок речной. Он очень мягкий, летучий. Намела его сюда река. Поэтому он очень полезный и очень-очень бархатный. Одна у него есть особенность, которая отличает его от всех остальных песков. Очень он прилипчив. Конечно, если ты выходишь из моря и потом падаешь на песок, отмыться от него достаточно тяжело. Безумное море. Анапа где-то вдалеке. Вот это вот Анапа. Ближе сюда Витязева, за ним Анапа.